В Министерстве иностранных дел прошла встреча с ветераном дипломатической службы Вячеславом Гизатовым, где презентовали его книгу «Время перемен». В ней он рассказывает о малоизвестных деталях истории становления независимого Казахстана. На страницах книги автор также делится воспоминаниями о годах работы на дипломатической службе и своими впечатлениями от встреч с крупными государственными деятелями. В этом году наш народ празднует 30-летие независимости. Этот большой праздник, естественно, заставляет каждого из нас оглянуться назад на эти прошедшие 30 лет и вспомнить, как это начиналось. И мне тоже захотелось донести до молодежи, до поколений, которые идут за нами, чему я сам был свидетелем, и о кое в чем и участником. Поэтому вот эта книга, идея этой книги зарождалась таким образом.